Так, продолжаем. Люди так смотрят на нас, думают, им легче, да? Они же тоже не на карантине особо. Да, без масок все, да? Да, да. Да, они такие суровые, что на них карантин не распространяется. Объезжаем по кругу. Переезд раньше был для танков открыт. Я уже говорил, показывал. Сейчас мы с обратной стороны будем и третий участок. Ну, третий там только лужа будет в конце. Остальное все явно высохшее напрочь. Саня на Фоксах. А мы без Фоксов. Эти таблички, конечно, поражают, да? Сохранились, никто не оторвал. Знаешь, как важно? Во все, я уже и забыл, а тут инструкция. Да, все удобно. Всю дорогу на полном приводе ехали. Передок можно отключить. Так, вот он, выезд на третий участок. Да, раньше тут начиналась танковая. Но тут она всегда такая простенькая была. Тут где-то мой бультерьер один похоронен. Справа. Где-то здесь. Да, тут все подсохло, пересохло. Уже давно так. Климат меняется жестко. Там еще сзади вырубку сделали, ну, возле последней лужи самой большой. Саня И она подсыхать начала. Ты видел тоже эту лужу? Саня поставил пружины тоненькие. И что, мягче стало? Да, и амортизатор. И так мягко стало, так хорошо. Это только назад, наперед еще не ставили. Слышь, нормально, на танковой лавочку кто-то закопал. Просто фактически на траектории. Ну да, тут уже танки лет 20, наверное, то. Мы катаемся иногда и все. Лет 20 уже не ездили, наверное, если не больше. Больше, наверное, даже уже. Что тут пробки? Что там? Трос. Сломал ты? Да. Починил. Номера сняли? Трос спал, все. Догоняем. Были бы нормальные зимы, как раньше, то тут хорошо бы было и сейчас. Несмотря на то, что танков нету. Ну там хорошо они замешивают, да? О, классное место. Это
это ж мы тут с тобой соревновались на УАЗе. Думаешь, это оно? Едь посередине. Да нет. Да не очень. Похоже, да. А может и дальше чуть-чуть. Не, здесь. Вот, разворот. Здесь. Думаешь? Не знаю. Да, тут на УАЗиках мы драг-рейсинг устраивали. 3.0 бензин против 2.4 турбодизеля, да? Шины V3 против БТРовских. Да, тут погуще лес, смотри, тут позеленело, как на полянке. Что там, оно очкует? А УАЗик сел. Объехать не объедет его? Объедет слева. Скажи. Да сейчас он там. Да, да, вот это. Крис, объезжай! На бездорожье. О, хорошо, ну, там УАЗ присел. Мы стараемся. Мы держимся друг у друга, по 10 человек не собираемся, каждый в своей машине, так что на нас. О. Так, ну вытащит его Валера, что подъезжай ближе, может. Да, смотри, Нива может. Там не застрянешь, где он сидел. Мы соревновались. Что надо делать? За ручку потяни на себя. А, вот, все. Вот так, раз. Шорты превращаются в элегантные. Сейчас закручиваем. А, мы же с тобой так катались. Мы так с Максом катались в Прилуках. Что-то Макс очкует уже. Тут было круто, нас на скорость мы шли. Нашли мы оффроуд все-таки. Было непросто. Ну, подсохло, да, по сравнению с прошлым годом. Высохло.
Да-да, тут не так просто, как кажется. Вот это место, Макс. Вот сюда надо выехать. Ходом надо. Макс по следам бородача и моим прошлогодним. Ну, газик едет. Не поднимается. Не поднимается? Не. А ну, стой, поднимай. Регистратор в небо, блин. Так, вся бомбезная. Слышь, регистратор. Регистратор работает. Подожди, я включу. Да, вот так едем. Обалденно. Да, с открытым. Да, вот вам и ГАЗ-69. Так, тут, мне кажется, мягче становится, или кажется пока. О, лодка, смотри. Или этот, гидроцикл. Не лодка. Это река. Крым. Прикольно. Становится машина не горизонтально, да? Сразу проблема. Да, это не инжектор. Подогнули бампер вниз немножко. Есть топливо? Вот фильтры. Фильтры есть. Фильтры есть, значит, в карбюраторе должно быть. Полный газ тогда. Макс на стартере. А ты уже ровно стоишь, уже вопрос не в этом. Поломалась машина. О, да, хорошо выглядите. Че тут прилег измотанный. Макс чинит газик. Клещи, те, что дали нам Глобина вместе с газиком. Покажи клещи в камеру. Мы чинили тогда им газик. Сейчас он клещами будет менять катушку зажигания. Все, клещи решили. Подожди, я набор инструмента еще хотел показать, этот эксклюзивный. Смотрите, какой шикарный. Это с машиной достался? А? С машиной набор инструмента. И плюс клещи. То есть, этими, в принципе, этими инструментами можно прокапиталить. Вон, катушку поменяли. Любой узел в этой машине. Ну, давай. Если заведется, только я регистратор включу. Клещи рулят. Клещи рулят, вот так вот все это. Тут кто-то не заехал недавно. Была проблема, заезжаешь и переставала машина работать. Мы думали на карбюратор, но причина оказалась совсем в другом. Уклон пожестче, чем в Карпатах даже. Тупо почти. Почти вертикально. Но Макс едет. Вон, смотрите, все работает идеально. Проблема была в катушке всего-навсего. Да, мы на такой подъем, помнишь, поднимались? Это жесть там. Да, подъем. Что-то мы не заехали, да, сходу, или что-то было там? А, уже у нас искра пропала. Да, да, искра пропала. Ты закрутил? Да. Слышишь, это как специально для съемки, для блогеров машина. Какое прозрачное у тебя лобовое. Яна, снимай. Да, я помню, тогда такие
А я тогда повесил камеру и снимал отсюда. Я где-то это видео нашел, и оно где-то рядом лежит. Я его надо еще хотел сделать с него. Именно с этой, с регистратора, не с регистратора, с GoPro-хи китайской. Или здесь вы соревновались? Похоже. Похоже, вот здесь скорее, да. Вот так мы едем круто. Так, вся банда здесь. Видимость идеальная просто. Идем по приборам. Яна, а у тебя есть заряды на айфон? Айфон? Айфончики вообще, мне кажется, без шнура из дома не должны выходить вообще. И без пауэрбанка на 20 тысяч, да? Нет, что, на полдня хватает. На полдня хватает. Ну, я про вторую половину дня говорю. Хотя у меня Samsung тоже уже. У меня режим жесткий просто эксплуатации. За 2 года он снял столько, как люди за всю жизнь не снимают, наверное. Перед Танзанией был куплен Samsung. Так, что тут начинается, что-то уже. Там, наверное. А ну, уедь влево чуть, посмотрим. Не, посмотрим, что там происходит. Не выедем с колеи? Ёханый бабай, выедем. Подрезает этот, слышь, такой наглый на Тойоте, да? Не знаешь, как его зовут? А, Валера. 80-ка на 100-ка. Да, прибилась только что недавно. Поехали. Блин, классные места. Да, просто огонь. Вот этот пилот. Серьезный просто очень. Вы его знаете. Так, мы тут день рождения отмечали. Ты тогда офис перевозил в тот день, да, вроде? Мой слепого и Сани. Смотрите, поросшие мхом деревья. А хорошее дерево было, смотри, какой диаметр упало. Кто-то говорил, закон приняли, разрешили собирать деревья, те, что упавшие, можно. Их всегда можно было собирать. Да? Может, так неофициально можно было. Ну, запашок пошел. Такая какая-то тут, видишь, все-таки заболоченность какая-то присутствует, да, вот в этом месте. Но летом высыхает в ноль. Хорошо, карбюратор нормально работает? На холодную какие-то провалы есть, а на горячую уже так. Видишь, от танков эти вверх-вниз остались, как там, траектории. Больше ничего не осталось. Да, от дождя спасает, да, козырек? Козырек, да. Не, ну классная тема. А в УАЗе уже нету такого, только положить можно. А мне не у вас. Ну я же говорю, чем дальше, все идет не туда. А мы поедем первое проедем. Да. Климатизация включена, да? А? Климат-контроль? Да. Климат-контроль, да. Что, мы теперь первые? Снять, да, как все едут. Да, да, да. О, там кто-то рубится, смотри. Там кто-то рубится, да? Да. Так, мы вырвались вперед, но там кто-то уже есть. А кто это может быть? УАЗик-то сколько? А, он объехал с той стороны или нет, что? Да, или просто нет. Ушел в отрыв? Да. Thank you.
Красивое место. Что, все? Не-не, они просто устали, чтобы мы их сняли. Думаешь? Так, доехали куда-то. Это первая лужа, где я по бревну ходил поверху, да? Наверное. Да, вон эти деревья лежат. Я по высоте у него еле-еле прошел. Вот это место, узнаете вы его? Тут хорошо. Тут, наверное, могут не все проехать. Не, если УАЗик на 100, то вы проехали. Ну вообще да, без тогда. Блокировок. Тогда да. Я на второй пониже дойду. Надо это, надо. Выхлоп, выхлоп в сторону сделай, да. Ну, слепой подрезает, обходи. За слепым поедем. Сейчас за другом поедем. Давай, Андрюх, за тобой. Давай, за патриотом покажем. Тормозуха. Дай тормозуха. Есть? Сейчас, сейчас. Заправочка. На, третью. Третью. Спасибо, это как воздух сейчас. А? Завод одевай. А мне? Одевай. Максим, а нам что, не надо? Ты не поедешь, Андрюха? Привезу, сейчас залью, сейчас.